На экране здания, в котором раньше работал телеграф, появилось изображение Людмилы, героини нашего сюжета. Она рассказала, что всегда стремилась быть на рекламных щитах и с детства хотела принять участие в конкурсе красоты. И вот ее мечта сбылась. Людмила участвует в международном конкурсе красоты «Мисс Офис». Мы проходили кастинги, мы рассказывали о себе, презентовали видеовизитки, потом создавали. В общем, этап был очень интересный, волнительный, порой сложный, потому что нужно было проявить себя и обязательно соответствовать таймингу. Людмила самостоятельно отыскала информацию о конкурсе и подала заявку. Основное требование – работать офисным сотрудником. Людмила уже более 10 лет трудится в банковской сфере. Она занимает должность руководителя по развитию корпоративного канала банка. В конкурсе Людмила вошла в число 130 полуфиналисток со всего мира, и она единственная представительница Московской области. Суть конкурса – это не просто найти красивых, талантливых девочек, но и те, кто действительно работает, кто занимается полезной деятельностью. У Людмилы получается совмещать профессиональную деятельность и творчество. При этом она еще и заботливая мама для своей дочери, которая стремится быть похожей на нее. Когда она смотрит и говорит: «Мама, когда ты уже привезешь корону?» Я просто... Вот сейчас даже говорю, у меня мурашки идут по коже, потому что для меня самое важное, наверное, это быть хорошим примером для своей дочки. Чтобы привести корону, необходимо набрать достаточное количество голосов и пройти в финал конкурса. Голосование продлится до 6 октября включительно. Отдать свой голос за нашу землячку можете и вы, отсканировав QR-код, который видите на экране. С одного устройства допускается голосовать лишь раз в сутки. Финал пройдет в ноябре в Москве. История Людмилы про то, что мечты обязательно должны сбываться. Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.